Приветствую, друзья. Задам традиционный вопрос. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, в чате десяточки, если меня слышно вообще. Угу. Немножко задержка идет с чатом. Отлично, вижу, что меня слышно. Меня зовут Наталья Мартынова. Я партнер компании Dream Towards. И сегодня вы получите эксклюзивную информацию, используя которую многие из вас решат какие-то задачи и свои трудности в вашем бизнесе. И еще мы поговорим о том, как, используя эту информацию, выйти на доход $20 000 за 90 дней. Скажите, есть ли среди нас, среди присутствующих люди, которые впервые услышат эту информацию, которые не слышали ее раньше и не партнеры компании Dream Towards? Поставьте, пожалуйста, единички в чате. И если есть новички, которые уже партнеры компании, но еще не включились в работу, поставьте, пожалуйста, двоечки в чате. Угу. Угу. Отлично. Отлично. Есть и те, и другие. Замечательно. Отлично, друзья, вижу. Так что же дает возможность выйти на доход в $20 000 за 90 дней? Какие технологии позволяют нам заработать за короткий срок такие деньги? Это система гарантированного заработка от компании Dream Towards. И сегодня мы поговорим о технологиях, которые принадлежат нашей компании. Речь пойдет о франшизе. Сейчас я включу слайды и попрошу обратной связи. Насколько, ну, видно ли вам мой экран? Слайды поставьте, пожалуйста, пятерочки в чате. Есть, видно. Угу. Ага, благодарю вас за обратную связь. Так что же такое франшиза? Франшиза – это готовый бизнес под ключ. Это опыт других людей, проверенный временем и дающий результаты. Здесь на этом слайде вы видите бренды франшиз, примеров франшиз, которые многим из вас известны, они работают на земле. И, как я уже говорила, это готовый бизнес под ключ, который уже просчитан и проверен. Вам ничего не нужно придумывать, покупайте франшизу, следуйте инструкциям и будете процветать. Единственное, что эта франшиза, она недоступна большинству людей или там недоступна многим людям, потому что франшиза – это бизнес достаточно дорогостоящий. Например, самый простой пример и самый известный, наверное, это сеть быстрого питания «Макдональдс». Чтобы приобрести франшизу «Макдональдс», нужно иметь $1 000 000. Поэтому, конечно, подобный бизнес доступен не каждому. В нашей компании вы приобретаете франшизу за пару-тройку сотен долларов. И эта франшиза подходит для любого бизнеса. Главная цель франшизы – это обучение. Делая простые и последовательные действия, вы приобретаете навыки, новые привычки, получаете систему, которая приносит вам постоянно растущий доход. Вся система состоит из трех этапов, разбитые на пошаговые простые действия, понятные любому человеку.
Важно четко следовать технологиям, и тогда вы гарантированно получите результат. Первый этап – это ваш быстрый старт и личная эффективность. Первый этап включает в себя систему 2/72, которая позволяет привлекать новых партнеров с первых же дней. Даже если у вас не было никакого опыта вообще работы в интернете, не было опыта подобного бизнеса, эта система позволяет даже привлекать партнеров тем людям, которые еще не умеют разговаривать голосом в скайпе, например, но тем не менее получать и привлекать новых партнеров. Кроме этого, вы научитесь создавать двойные воронки продаж, которые будут работать даже когда у вас выключен компьютер. И кроме того, этот этап дает возможность вам научиться формировать клиентские базы. Это ваши будущие многотысячные структуры. Стоимость этого этапа франшизы всего 0,006 биткоина, 6 тысячных биткоина или 66 тысячных эфира. В компании расчетной единицы принято был биткоин и эфир, криптовалюта номер один и номер два на рынке. И это не случайно, друзья, потому что биткоин и эфир – это криптовалюта, которая не подлежит отслеживанию налоговыми органами. Это в тренде сейчас. И благодаря тому, что курс биткоина и эфира растет и будет продолжать расти, есть возможность зарабатывать еще и на росте курса. Второй этап франшизы – это масштабирование бизнеса и работа с командой. Вы получаете технологии, позволяющие новичкам перекладывать 90% работы на систему. Это дает превосходные результаты и хорошую поддержку даже самым-самым-самым начинающим в бизнесе. Кроме этого, развиваясь, обучаясь в компании, вы сможете впоследствии сами запускать эту систему для своих лично приглашенных. Кроме этого, вы получаете здесь технологии, которые позволяют вам получать практически 100%, люди почти 100% будут приходить к вам в бизнес. 9 человек из 10 будут принимать ваше предложение. Это, конечно, бесценные знания, которые будут дополнительно давать рост вашей команде. Кроме этого, этот этап франшизы дает обучение, как использовать социальные сети для своего бизнеса, без спама и уговоров. И стоимость второго этапа – это 0,012 тысячных биткоина или 116 тысячных эфира. Что, ну, по сегодняшнему курсу биткоина и примерно равняется, ну, около $100, скажем так. Кроме того, покупая второй этап франшизы, вы одновременно получаете и первый. Два в одном, можно сказать. И третий этап франшизы – это для тех людей, которые привыкли работать по максимуму и получать по максимуму. Это автоматизация вашего бизнеса. Это запуск самых эффективных на сегодняшний день воронок продаж. Это использование автоматического обучения ваших партнеров. Это запуск прогрессивной автоматизации. Что такое прогрессивная автоматизация? Это когда вы не покупаете программ каких-то, трафиков, вы не даете, не платите за рекламу. Это когда вы даже не включаете компьютер, а ваша команда растет, ваш бизнес растет, и ваш доход увеличивается в геометрической прогрессии. Стоимость третьего этапа франшизы – это 0,03 биткоина или 0,3 эфира. По нынешнему курсу это что-то около $275. Согласитесь, друзья, что это совсем по стоимости отличается от франшиз, которые можно приобрести на Земле. Но, тем не менее, это дает возможность построить свой бизнес абсолютно любому человеку, который даже не имеет опыта
построения бизнеса. Что же дает третий этап франшизы? Это самые востребованные воронки продаж. Это мощнейший бонусом за покупку третьего этапа франшизы вы получаете мощнейший интенсив от Александра Переверзенцева. Ну, кто знает, это бизнес-тренер мирового уровня. Александр Переверзенцев дает консультации топ-лидерам MLM, и они стоят, поверьте мне, баснословных денег. И, вы знаете, я тоже участвовала в интенсиве Александра Переверзенцева в онлайн-формате, и, ну, это произвело на меня такое ошеломляющее впечатление. Это просто был взрыв мозга, после которого все как-то встало на свои места и дало понимание многих вещей в бизнесе. Кроме этого, вы получаете годовую подписку в топ-лидерсе, в VIP-аккаунте, что обеспечивает вас неиссякаемым трафиком. И это еще не все, друзья. Вы получаете инновационный продукт компании, рекрутер. Это облачные технологии. Это когда Dream Recruiter приводит к вам людей, дает им первую информацию, работает даже при выключенном компьютере, вы получаете уже абсолютно целевую аудиторию заинтересованных людей, с которыми нужно только ответить на вопросы и заключить сделку. Скажите, что это просто, ну, удивительно, что такие технологии у нас есть на вооружении. Это продукт компании, это разработка компании Dream to Work. Что дает гарантию результата? Вот то, о чем мы говорили, что 20 тысяч долларов за 90 дней. Это просто четкое следование технологиям. Всякая франшиза, будь она на земле или в интернете, любая франшиза, она подразумевает абсолютное следование этим технологиям, этим инструкциям. Только тогда франшиза гарантирует результат. Как работает система? Что, собственно, она из себя представляет? И как мы получаем этот гарантированный результат? Всего лишь нужно выполнить одно задание. Когда вы покупаете франшизу, знакомитесь с технологиями, получаете эти технологии, вы должны выполнить одно задание. Это назначить 25 встреч с потенциальными партнерами, потенциальными клиентами. Используя технологии компании. Все, что я перечислила раньше, да, первый этап, второй этап. В первом этапе практически все есть для того, чтобы легко назначить 25 встреч любому человеку, с любым багажом опыта. И назначаете 25 встреч, приглашая этих людей на встречи, вы получаете гарантированно 2 партнера в свой бизнес. 25 встреч вы делаете, их можно сделать за один день, можно привести людей за 2 дня. Ну, такой взят оптимальный срок, неделя. За неделю у вас появляются 2 новых партнера. И это очень сложно сделать. Практически это доступно даже ребенку. Потому что все пошаговые действия, все, что нужно делать, все у вас есть во франшизе. Когда дальше, может быть, эти 2 человека у вас появятся, когда вы там первый же день привели на встречу, которую проводите не вы, вы ничего людям не объясняете. Ну, по технологиям вы задаете несколько вопросов людям и приводите их на, ну, согласно технологиям, в ту систему, которой вы пользуетесь, где они получают окончательную информацию, после которой люди принимают решение. И когда у вас появилось 2 человека, может быть, это будет в первый день, может быть, во второй, вы уже эти люди
получившие технологии, вы этих людей включаете в бизнес. Вы помогаете им сделать ту же самую, то же самое задание, которое было у вас, назначить 25 встреч с потенциальными клиентами. И делаете это в следующую неделю, и уже на исходе второй недели у вас в структуре 6 человек. Все то же самое ваши люди делают со своими приглашенными, не включают их в бизнес, все получают технологии, назначают 25 встреч, и это дает 100% дубликацию. Таким образом, когда вы назначите и ваши 25 человек пришли на встречу, это даст вам по статистике, статистика вещь неумолимая, это дает вам 4-10 партнеров в вашу структуру. Поэтому 2 партнера у вас будет гарантировано. Таким образом, ваша команда будет расти в геометрической прогрессии. На третью неделю у вас 8 человек, на четвертую 16 и так далее. И на исходе 90 дней у вас построится структура 8170 человек. Согласитесь, что это огромная структура, даст вам достаточно большой доход. Кроме этого, в компании есть авансовая система. Что же это такое авансовая система? Это 200% возврата, да, или вы можете получить свои 100% и 100% сверху, даже в том случае, если вы еще не успели пригласить 2 человек. Вот так случилось, что команда сработала, у вас под вами появились люди, у вас на кошелек назначила, вас на кошелек, на кошельке появились деньги, и вы спокойно можете вывести 200% от стоимости, ну, своего пакета, ну, той франшизы, которую вы приобрели. 8170 человек. Это, конечно же, общая команда. Заметьте, что вы пригласили только 2 человека. Все остальное сделали ваши люди. Каждый из них также пригласил только 2 человека. И это очень, повторяю, это очень просто сделать, используя технологии компании. Давайте подробнее рассмотрим стратегии входа на франшизу. Я рассказала вам о 3 вариантах франшизы, да, о 3 этапах франшизы. И первая франшиза – это… Ну, вот здесь, смотрите, я вам говорила до этого о существующем курсе, да, стоимость франшизы по курсу на сегодняшний день. Здесь мы приняли стоимость франшизы, исходя из того, что биткоин стоит 10 тысяч долларов. Ну и дальше в таблице тоже будут использоваться те цифры, которые соответствуют стоимости биткоина 10 тысяч долларов. Было, ну, просто понятнее. Поэтому смотрите, когда приобретаете если вы приобрели первую франшизу, вы получаете сразу 5 источников дохода. 5 источников дохода, представляете? То есть вы зашли на первую франшизу, вы получили технологии, вы получили систему 2/72, начали действовать, у вас начала расти команда, и вы получаете доход из 5 источников. Ой, из 6 источников, простите. Вторая стратегия. Вы заходите на вторую франшизу, которая включает в том числе и все технологии первой. То есть вы имеете базовые школы в своем распоряжении, вы имеете возможность работать в формате фокус-группы, которая делает 90% за вас. Вы имеете технологии, когда 9 человек из 10 принимают ваше предложение. И кроме этого, вы имеете 11 источников дохода. Понимаете? 11 источников дохода дает возможность вам иметь вторая франшиза. И стоимость ее, если считать, что биткоин стоит 10 тысяч долларов, стоимость ее будет 250 долларов. И третья стратегия входа – это для людей, которые
все привыкли делать по максимуму, максимальный, получать максимальный доход. Третья франшиза при стоимости биткоина 10 тысяч долларов будет стоить 650 долларов. Но это, друзья мои, дает вам доход из 16 источников и в биткоинах, и в эфириуме. Вы имеете все те же знания первой франшизы, второй франшизы, третий, бонусом интенсив, трафик стоп-лидерса, потрясающий продукт Dream Recruiter и 16 источников дохода. Ну, согласитесь, что это просто потрясающая возможность начать свой бизнес. Ну и, конечно же, есть еще другой вариант входа, так называемый «я попробую», который по нынешнему курсу стоит что-то около 20 долларов. И на этой стратегии, на этом варианте входа у вас не будет доступа к франшизе, но у вас будет пошаговые рекомендации, как начать свой бизнес, как начать двигаться, как начать развивать свой бизнес. Вот обратите внимание на таблицу, которая сейчас на слайде. Здесь очень четко показаны все возможности на каждой стратегии. Возможности доходов, сейчас Максим отвечу на ваш вопрос. Возможности доходов и количество человек в структуре. Если вы заходите на первую стратегию, да, вот мы сейчас договорились, что это 10 тысяч долларов биткоин стоит, и вход в первую стратегию стоит 100 долларов. Тогда за первую неделю, когда у вас появилось 2 человека, вы зарабатываете 84 доллара. На второй стратегии, за ту же работу, когда у вас 2 человека в структуре, вы зарабатываете 150 долларов. И на третьей стратегии, когда вы сделали ту же работу, у вас 2 человека в структуре, вы зарабатываете 440 долларов. И двигаясь каждую неделю, делая ту работу, которую вы сделали в первую неделю, в следующие со своими партнерами, растет ваша структура, соответственно, растет ваш доход. На исходе третьего месяца, 90 дней такой работы, дают возможность на третьей стратегии получить доход более 1 800 000 долларов. На второй стратегии почти 620 тысяч долларов. И на первой стратегии 343 тысячи долларов. Я хочу обратить внимание не только на эти суммы дохода, но и на то, что, смотрите, вы получили структуру 8190 человек. Но, используя возможности первой стратегии, когда вы зашли, вы получили в 6 раз меньше, чем за эту же работу получили партнеры, которые зашли на третью стратегию. Хочу, чтобы это было понятно, да, перспективы ваши, в зависимости от того, о какой стратегии вы будете действовать. Прошу, предлагаю вам очень внимательно потом еще ознакомиться, запомнить этот слайд, прежде чем принимать какое-то решение, на какую стратегию зайти, изучите эту таблицу, чтобы вы знали, что вы, какой доход, на какой доход вы будете рассчитывать, заходя на какую-то из этих стратегий. Опять же, смотрите, в таблице приведена, естественно, идеальная дубликация, да, то есть идеальный исход, когда 100% ваших партнеров делают все те же действия, что и вы, и 100% дубликация. Мы с вами знаем, что в жизни так не всегда бывает. Бывает, что не все партнеры повторяют ваши действия. Например, если рассмотрим вариант, если половина партнеров, которых вы пригласили ваши люди, половина только партнеров сделали все то же самое, что и вы, то есть выполнили задание 25 встреч. Какой тогда доход вы получите на разных стратегиях? То есть мы уже с вами обсудили, что при 100% дубликации это будет 343 тысячи долларов. Если дубликация будет наполовину меньше, вы заработаете 171 500 долларов на первой стратегии, 308 тысяч долларов на второй и 900 тысяч долларов на третьей стратегии. Но даже если, друзья, если даже
вы совсем новичок в бизнесе. И к вам приходят люди, много людей, которые тоже где-то уже потеряли деньги в каких-то там хайпах, уже нет доверия. Кто-то решил, зашел, решил посидеть в засаде, посмотреть, как у вас получится, и не делал каких-то действий. И только, ну, только 10% партнеров сделали ту же работу, какую сделали вы. Даже в этом случае на первой стратегии вы получаете 34 тысячи долларов, на второй 60, почти 62 тысячи долларов, и на третьей 180 тысяч долларов. Согласитесь, что это достойные деньги. Это даже не 20 тысяч долларов минимальное, которое было заявлено в начале, а это гораздо больше деньги дает возможность получить, выйти на такие доходы наша система. И алгоритм действий очень прост. Всего 4 простые шага приведут вас к этим деньгам. Это пригласить на встречу, используя технологии компании, используя те франшизы, те знания франшиз, которые вы приобрели, дать информацию, это либо видео, либо презентацию, либо приглашение на фокус-группу, либо это трехсторонка и включение в работу ваших партнеров. Согласитесь, что это 4 очень простых шага. Согласны со мной? Поставьте семерочку в чате. Согласна, что это очень простая работа, 4 простых шага, чтобы прийти, вот, и которые, я думаю, нетрудно сделать для того, чтобы выйти на такой доход. О каких источниках дохода я говорила, спрашивает Максим. Я, в компании есть, конечно же, маркетинговая составляющая. Мы сейчас просто, задача этой встречи, мы говорим о технологиях компании, которые позволяют выйти на доходы за очень короткий срок. С маркетингом вы можете ознакомиться, пройдя бесплатную регистрацию, и в кабинете, в личном кабинете каждого партнера есть информация о маркетинге. И если вы зарегистрируетесь, то вы в разделе «Инфоматериалы» можете посмотреть все эти маркетинги, и тогда вам, может быть, будет более понятно, откуда, какие источники дохода, о каких источниках дохода я говорила. А о том, насколько реально это вообще получить, говорит вот эта таблица «Топ-10». Здесь вы видите людей, которые уже заработали больше 100 тысяч долларов. Это реальные люди. Я вам скажу, компании год исполнилось недавно, и годовщину компании отмечали в городе Сочи, где проходили тренинги, торжественные мероприятия. И я была там на этом торжественном мероприятии, и, что называется, вживую видела этих людей, которые заработали здесь уже такие, у которых такие большие доходы уже, которые просто делали простые действия, которые есть у каждого в кабинете по франшизе, и добились таких результатов. Друзья, это обычные люди, я вам скажу, нормальные, живые, веселые, которые открытые, с которыми можно было разговаривать. Эти люди зарабатывают здесь такие деньги, потому что компания дает абсолютно каждому такую возможность делать простые действия и зарабатывать. И на этом слайде вы видите людей, которые уже запустили эту автоматизацию, говорила, прогрессивная автоматизация. Когда вы уже сделали определенные действия, ваша команда работает, даже когда вы не с выключенным компьютером, да, когда вы не на связи, их команды работают, развиваются, команды растут, доходы их тоже растут. Это просто счастливые люди, которые один раз сделали ту работу, которая подразумевает технологии компании франшизы, и добились вот такого результата. Компания дает возможность выйти на резидуальный или, как говорится, остаточный доход. И это, наверное, то, к чему каждый из нас стремится, не работать все время с утра до вечера, а
сделать какую-то работу один раз, пусть она займет у вас там полгода, год и два года, но выйти на остаточный доход, когда вы будете наслаждаться тем, что ваши доходы растут даже без вашего участия. Компании, я уже говорила, исполнилось год. Это сейчас она, ну, такой очень бурный рост у компании. Она заявила о себе на интернет-пространстве, очень популярно, ежедневно регистрируются тысячи людей в компании. И поэтому, друзья мои, те, кто еще не принял решение, время – это самый невосполнимый ресурс. Не теряйте время. Сейчас для вас самые главные люди – это те, кто вас пригласил на эту встречу. Поэтому обязательно после встречи обращайтесь к ним. Они вам ответят, может быть, на ваши вопросы. Они вам подскажут, что нужно делать дальше. Сориентируют, ну, если вы еще не поняли, по стратегии входа. И присоединяйтесь, будем вместе зарабатывать, будем строить нашу команду, одну большую опцию, и будем получать большие доходы, в том числе через 90 дней. Если есть еще вопросы, я готова на них ответить. Надеюсь, что эта информация была вам интересной. Угу. Ага. Спасибо, друзья. Вижу, что вопросов нет. Тогда благодарю вас за то, что вы пришли. Вы были замечательными слушателями. Мне было приятно для вас рассказывать. Всего доброго. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Надеюсь, что они еще будут.